Мы едем по замерзшему озеру. Надеемся, он не испугается. Но все длилось намного дольше, чем мы думали. Здесь, в Монголии, все большое. Я немного испугался. Но это было самой трудной частью. Я надеюсь, что это не привлечет волков. Не так часто в твоей жизни будут воющие волки прямо рядом с юртой. Руки при таком морозе из рукавиц лучше не вынимать. Склон был непростой. Здесь и ходишь по-другому, с вниманием и осторожностью, держа под контролем то, что делает другой человек. Переход был жестким и довольно утомительным. От удивления я, наверное, раскрыл глаза, как маленький ребенок. Высота.